Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем играть в Hearthstone. Сегодня мы продолжим проходить в приключениях книгу Холдана. Мало кто из них знал, что они спили на самом деле. Это была кровь повелителя демонов Монорота, и ее проклятие помогло им сокрушить Дренеев и нанести страшную рану нашему миру. Я превратил... Это мы уже вчера слушали. Итак, Медив. Несмотря на то, что вас разделяет огромное расстояние, этот могущественный незнакомец вторгся в ваш разум в неожиданном видении. Сила героя за 3, Атиеш. Снаряжает Атиешем. Гул'дан и Медив. Гул'дан уже, он по-другому выглядит. Обещал тебе силу, а потом бросил. Так, сила героя за 4 у нас. Кто здесь? Покажись. Ну, по традиции оставим все как есть здесь. Так, что у нас делает? За 4 демоническая замена. Я хочу исправить то, что он натворил. Меня прислал его господин. Саргерас? Да, тот, кто повелевает всем. Так, наносит 1 единицу урона вашему герою. Для меня это выбранное легендарное существо противника вашим демоном за 1 дешевле. Так. Твой народ гибнет. Ты приведешь их в новый, нетронутый порчей мир, полный врагов, на которых они смогут пойти войной. И что я отдам взамен? Тело Саргераса заключено в древней гробнице. Помоги ему выбраться из нее, и тебе будет дарована сила, достойная богов. Где-то я уже это слышал. Сила Саргераса безгранична. Так, Атиеш, после того, как вы применяете заклинание, призывает случайное существо за ту же ману. Теряет 1 единиц прочности. Для нас не существует... Смотри, куда идёшь. Чё я тут удалил? Фрагмент. Узри свою смерть! Прикажешь! Что значит веселиться? Также наносит существам по обе стороны от цели. Я знаю, что должна сделать. Эта сила может стать твоей. Кристаллами не получилось у нас ничего. Я предлагаю тебе невиданную силу. Наш мир разрушен, а воины голодают. Я не могу отказаться от твоего предложения. Мне демона дает.
Смотри, куда идешь. Смел! Мои клинки готовы. Не этого ли ты жаждешь? Я повелитель магии! Заменить это не значит там, но что-то заменить. Смерть! Мои клинки готовы! Не покатило. Роб, ты и правда будешь полезным союзником. Скажи, что я должен сделать. Вместе мы построим портал, равного которому наши миры еще не видели. Ура! О, как связан он с созданием портала. Сила, принесенной жертвы, открыла темный портал. И мы отправились завоевывать Азерот. Я оставался с Медивом до тех пор, пока его смерть не разорвала узы между нами. Пока я был бессилен, Оргрим Молот Рока победил вождя на Маг-Гора и стал новым предводителем Орды. Вся моя власть, все, что я создал, исчезло в мгновение ока. Так, испытание 6. Жестокое разочарование. Оргрим Молот Рока. Ход войны повернулся в пользу этого дерзкого выскочки. Теперь он стал вождем, и ваша судьба в его руках. Так, пассивная сила героя, месть вождя. Ваши существа получают +1/+1, пока вы вооружены. Гул'дан и Оргрим! Наконец-то ты очнулся. Я знаю, что ты натворил, Гул'дан. Ты обманом заставил Чернорука делать то, что тебе было нужно. Не представляю, о чем ты. Второй ранг. Я не разрешал тебе говорить. Опять ты мне дерзишь. Теперь демон на один что дороже. Что ты сказал? Но не дороже 10. Зачем меня призвали? Бумажки.
Зачем меня призвали? Вперед, бой! Слава ждет! Я правлю Ордой, а не ты. И не твои чернокнижники. Где они? Мертвы. Я убил почти всех. За Орду! Тебя Чернорук изгнал Дуратана и весь клан Северного Волка. Но этого тебе было мало. Ты подослал к его семье убийц. Я отомщу за них. Не стоило ему выступать против меня. Они мне не пленники. Что там блестит? Либо они даже нельзя сбить. Больше ты никого не обманешь. Твоей порчи скоро настанет конец! Тебе еще расти и расти! Поможе уставшему путнику! Возмездие! Так, это нельзя бродить. Расти и расти! Клинки не поступили. Для нас не существует! Они мне не пленники, друзья. Северные волки готовы к бою! Клинки не просто реквизит.
нет. Стой! Не надо, прошу! Жалкое ничтожество! Почему я должен тебя слушать? Я тебе пригожусь. Тебе нужны воины, которые будут хранить верность лишь тебе одному. Только я могу их создать. Хорошо. Но знай, хоть немного отклонишься от плана, умрешь. Ура! Жалкие угрозы молота Рока меня мало трогали. Но среди чернокнижников, которых он убил, был и Тиранкров из клана Призрачной Луны. Я лишился одного из самых давних союзников. И это меня огорчало. Я стал искать способ вернуть его к жизни. Так, испытание 7, первый рыцарь смерти. Павший солдат. Жители Азерота немало пострадали из-за войны. Может, вам удастся обратить это себе на пользу. Пассивная сила героя – насыщение тьмой. А преобразует смертельный урон, нанесенный существам. Здоровье для этого солдата. Гул'дан и павший солдат. Нельзя бросать души наших павших воинов. Вселяйте их в людские трупы. Как прикажешь. Так, сила героя за 3, разрушительный ливень, наносит 3 единицы урона выбранному существу, если оно погибает, наносит 2 единицы урона соседним существам. Сейчас почему-то не дает ее использовать. Фрагмент 3. Все 3. Сверху урон, вы сбрасываете карту с наименьшей стоимостью. Берете карту. Диск. Так. Так, тогда по 3. Тут 3. Для нас не надо что-то придумать. Какой ж тут смысл? Не могу это сделать. Для нас не существует. Вернись в этот мир, чтобы вновь послужить Орде. Дальше. Оба-на.
по-моему, зависло все. Покинуть нельзя. Какой-то прям глюк. Сейчас по-новому зайдем. Что-то в последнее время экран сужается по умолчанию. Добро пожаловать в Штормград. Обожаю, когда к нам заходят герои. Мои успехи поразили Огрима. И он немедленно развязал новую войну. Именно этого я и ждал. В миг смерти Медива мне удалось заглянуть в его разум и увидеть, где находится гробница Саргероса. Наконец-то я мог заполучить силу, достойную самих богов. Вот так вот, зависло, вышел, зашел по-новому, уже прошли испытания. Что поделаешь. Испытание 8. Гробница Саргероса. Страж гробницы. 100 жизней у него. Предав Огрима, вы получили возможность направить свои силы к гробнице Саргероса и завладеть заключенной в ней силой. Так, пассивная сила героя у Саргероса, скажет. Даже Саргерос — это, наверное, вот тот, кто нужен Гул'дану. Око Саргероса. Или наоборот, не знаю, сейчас увидим. Так, раз в два хода уничтожает один кристалл маны противника, пока не останется один кристалл. Усиливается с каждым применением. Прикольно. Гул'дан и страж гробницы. Напоминаю, что чуть позже будем смотреть третью часть продолжения сюжета игры Мстители на PlayStation 4. Появится Черная Пантера. Говорил, что тут есть стража. Безвольные трусы! Шевелитесь! Сила героя за 2, разрушительный, что-то там слилось. Второй ранг. Наносит 3 единицы урона существу. Если оно погибает, наносит 2 единицы урона существам по обе стороны от него. Так, 10 маны сразу. Вот хорошо, что не стал менять. Ставил так же, как... Так, резонанс. Ваше следующее заклинание на этом ходу здоровья расходует. Так, существо уничтожать. Вы берете 3 карты. Исходя их стоимость уменьшается на 3. Так, тогда нам надо вот этого разыграть. И ты! Вечная! Фрагментов души в колоде. Так. Никто не посмеет осквернить гробницу.
Но тут все равно больше нечего. Прикольно. Тренируемся по-серьезному. Для нас не существует запретов. Да, воскрешать пока некого. Это эти двойки только. Вечная ночь! Я не могу это сделать. Существу. В эту гробницу никто не входил с тех самых пор, как Эгвин, мать Эгвила, победила Саргероса. Нас ждет невиданная сила. Что ты задумал, хозяин? Око Саргероса сделает меня владыкой этого мира. Больше никаких заговоров, никаких вождей, никаких армий. Только непререкаемая, беспредельная власть. Мы тут выдаватели. Нет! Мои клинки запоют. Кто склонится перед ним? Да, именно так! Этот артефакт был мне обещан, но почему тогда страж напал на нас? А что если... Демон соврал. Зачем меня призвали? Для нас не существует. Yeah.
Почти сравнялись. Мои клинки запоют. Семь кристаллов уже будет. Да. Надо было вот этого раньше разыгрывать. Это действительно так необходимо! Как прикажешь! Ну, где враги? А друзья? Огонь по всем из тех орудий! Вот так, но так будет 5. Вечная для нас не существует. Ладно, попробуем еще. Это лишь начало. Больших надо в первую очередь разыграть. Со мной! Найдите Ока Саргероса, пока не пробудился страж гробницы. Страж? Ты не говорил, что тут есть стража. Безвольные трусы! Шевелитесь! Шевелиться! Еще! Гробницу никто не входил с тех самых пор,
Как и Гвин, мать Медива победила Саргероса. Нас ждет невиданная сила. Тренируемся по-серьезному. Это действительно так необходимо. Они мне не пленники, а друзья. Они мне не пленники, а друзья. Зачем меня пришла? Я тебя отлучим. Что ты задумал, хозяин? Око Саргероса сделает меня владыкой этого мира. Больше никаких заговоров, никаких вождей, никаких армий. Только непререкаемая, беспредельная власть. Тут вы доводили. Как прикажешь? Что склонится перед ним? Да, именно так! Для нас не существует обмена! Мы тебя купим! Ну, где враги? Этот артефакт был мне обещан. Но почему тогда страж напал на нас? А что если демон соврал? Еще!
получше вроде. Через ход. Я уже ее не разыграю. Зачем меня призвали? Я нашла новый источник силы. Огонь по всем из тех орудий! Перед ним! Да, именно так! Я не могу это сделать! Мои клинки запоют! Да, резонансом тут можно разыграть заклинание. Сейчас уже не получится. Сейчас более в тему. Я плету паутину боли. Перед ним! Да, именно так! Все равно не получилось. Ну, попробуем еще. Воины за мной! Найдите Ока Саргероса, пока не пробудился страж гробницы. Страж? Ты не говорил, что тут есть стража? Там заклинание поскидывал. Безвольные трусы! Конец. Шевелитесь! Ну, проще будет. Ха-ха-ха!
В эту гробницу никто не входил с тех самых пор, как Эглин, мать Медива, победила Саргероса. Нас ждет невиданная сила. Это действительно так необходимо! Потом, что ли, вы за... Правой-то карты начинать. Глупцы! Мои клинки запоют! Что ты задумал, хозяин? Око Саргероса сделает меня владыкой этого мира. Больше никаких заговоров, никаких вождей, никаких армий. Только непререкаемая, беспредельная власть. Мои клинки запоют. Кто склонится перед ним? Да, именно так! Для нас не существует запрета! Тренируемся по-серьезному! Этот артефакт был мне обещан. Но почему тогда страж напал на нас? А что если... демон соврал? Зачем меня позвали? Еще! Хотя там вроде
хватало. Зачем я? Ну, там еще помещалось. Кто склонится перед ним? Да, именно так! Проклятье! Меня снова предали! Я прошел столько испытаний, но по-прежнему остаюсь лишь пешкой в твоих руках! Надежда! Глупые чувства! Но сколько же пострадало и погибло во имя твоей зыбкой мечты! Так, 9 героев. Остался у нас вот охотник на демонов. Как я и говорил, в моей истории нет героев. Но даже сейчас мое имя продолжает жить. Подобно мерцающему пламени, оно освещает то, что скрывают тени. Ужасную правду, которую ваши герои вам никогда не покажут. Ибо даже в посмертии никто не смеет противиться мне. Откроем книгу. Так вот, 8 заданий. Это 7 охотников. Демонов. Тут не появился новый, четверо до сих пор. Это уже после Мстителей. Потому что пройду сюжетку, когда после того, как она вот появится сегодня, еще буду дополнительные миссии проходить. Возможно, денек пропустим.
Ну что ж. Что там еще у нас что-то? На этом на сегодня все.